Масштабную программу восстановления Донбасса готовит Евросоюз. Средства заложат в бюджет ЕС на 2018-2020 года. Однако пока неизвестно, о какой сумме идет речь. Ухудшение ситуации на Востоке обсудил накануне Европарламент. Эту же тему подымут в пятницу на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО. В Мюнхене мы рассмотрим с министром Лавровым широкий спектр вопросов, включая ситуацию в Украине. Обсудим, как избежать напряженности и непонимания. В Европе стало больше военного присутствия, проводят больше учений. Поэтому есть высокий риск инцидентов и того, что ситуация может выйти из-под контроля.